О, пельмеши, ёпта. А, нет. Ну нахуй, блядь. Какого нахуй хера, что? Дружочек, пирожочек, здорово, с тобой снова я, Тима Мацони. Ты прекрасно знаешь, что нужно сделать, чтобы мы двигались вперед. Правильно, нужно поставить лайк, написать комментарий и нажать на кнопку подписаться. Приятного просмотра тебе желаю. Прикольно. Скажи, как прога называется для госок? Боже мой, просто продавливаешь голос и накидываешь на него вниз тональность. Все, вся магия в голосе демона. Почему такой ажиотаж, я не понимаю. Любой из вас может это делать. Какое искусство? Сейчас нас тут никто не видит. Можно грех делать, как говорится. Блять, он сейчас утопит еще эту бензопилу. Прикол. Я с гитарой. Кто это? Накатай меня. Катай меня. О! Ой, да охуела, что совсем. Ты че, ебнулся, мне же страшно. Кто это? Я пойду прямо сейчас. Ой! Ой-ой-ой! Ой, как больно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, больно! Я пойду прямо сейчас. Бля, так и дар речи можно потерять. О, пельмеши, ёпта. А, нет. Ну нахуй, блядь. Какого нахуй хера, что? Это, блядь, вообще за пиздец. Сука, подождите, он ест жареные бананы или это что это такое? Фу, у меня что-то это проколол немного. Оу, ебать, вот это ремонт. Я тоже хочу такое. Бля, как же все стильно и четенько. Единственное, я бы вот эту стенку убрал бы. Я очень сильно люблю, когда кухня совмещенная с гостиной. Ну, блядь, стильно, стильно. Красиво. Маска называется «На кого ты похож?». Сейчас посмотрим. Мне часто говорят, что я похож на Макгрегора. Ну же, посмотрим, какой красавчик. Буква Ч. Итак, я нашел одного кальвиниста. Доброе утро. Итак, я... Ебать, она отлетела. Какой выпуск ЧВД. Посмотрим. В словах иностранцы ошибаются чаще всего. Вот один из примеров. Молодой человек написал абсолютно неправильно третью букву. Перевернутой Г в русском не существует. То есть ее нужно перевернуть обратно, и тогда получится слово. Дед, помоги с домашкой по немецкому. Как сказать 5, 6, 7? Я не знаю. Fünf, sechs, sieben, Tage lang, was wollen wir tun? Kenn so ein Dus. Es wird genug für alle sein. Wir ticken zusammen. Дед, помоги с домашкой по немецкому. Вы же понимаете, что состояние критическое. Поэтому какие последние слова вы хотите ему сказать? Да, сейчас. Это все из-за телефона. Блять, как охуенно.
Ух, бля, как он аккуратно зашел. У меня сейчас сжалось очко нахуй. И сжалось оно до такой степени, насколько это возможно. Фу. Ну ты, конечно, и козлина. Блять, я сейчас обосрался. Нет времени объяснять, у меня был гвоздь, дощечка, iPhone 13 Pro, и я такой, ну раз такое дело, надо использовать iPhone по назначению, правда? Давай. Давай. Welcome to Cabo, are you ready to go, Cabo? По-другому проводите вечер четверга? Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, хруст безе где? Где хруст безе? Ну, я так и знал, что безе там нету. Здравствуйте, Роман. Здрасте. Угадайте, в какой машине находится человек. Не надо так со мной разговаривать, можно об этом пожалеть. Духи вышли. Здравствуйте, Роман. Здрасте. Угадайте, в какой машине находится человек. Не надо так со мной разговаривать, можно об этом пожалеть. Охуенно, вот прям вот 10 баллов. Там реально подобные ребята так сидели. Дай водички. Не, я понимаю, мы там пьем, там как-то что-то делимся чем-то, но этот челлендж у меня вызывает максимальный рвотный рефлекс. Я ничего не хочу иметь против, но что-то как-то неэстетично выглядит это все. Хапшай! Хули ты мне своим бациллами говоришь? Охуел, тварь, блядь! Заебал ты меня! Семен, на столь резкий скачок в индексе Бергбаума и реакцию марокканских франчайзеров двумя словами описать сложно. Тем более, когда дефицит неликвидных вливаний только увеличивается. Что вы об этом думаете, Семен? Ну, из того, что вы сказали, я понял только Семен. Семен, на столь резкий скачок в индексе Бергбаума и реакцию марокканских франчайзеров двумя словами описать сложно. Тем более... Я не увидел, что там происходит, подождите. Подожди, это же эти... Это же чудаки, по-моему, да? Да-да-да-да-да, Блин, жалко, нам нельзя на Твиче такое смотреть. Я с таким бы удовольствием бы глянул вместе с вами. Это просто пушечно. Слушайте, а я сегодня вот проводил голосовой чат в телеге. Интересно, можно ли там проводить видеотрансляцию типа вот в таком формате? Слышь, МакМаффин ебаный. Че такое, пать? Какого хуя мне в 7 утра звонят со школы, блядь? Блять. У тебя там двойки, тройки, блядь. Да я исправлю, отвечаю. Да мне вообще похуй. Номер забери у них, чтобы они мне не звонили. А? Пизда, ёб. Слышь, динозавр мелкий, давай вставай. Мать, можно я сегодня в школу не пойду, а? Да и нахуй, я тебе там 20 тиктоков скинул, вообще пиздец. О, бля, заебись. Никуда мы собираемся, ёб. Я на тусовку сейчас пойду. Я тебе, а что за тусовка, ну-ка? По девочке, алкоголь, все как всегда. А хули так медленно собираемся? Пошли, я уже готов, ёб. Батя, ты-то куда? Пать, я хочу татуху сделать. Ну только чтобы заебатая была. Ебать, спасибо! Это что такое? Пояснительная бригада, пожалуйста. Напишите, пожалуйста. В чате, в комментариях, ребята. Почему так все автоматизировано? Я уже не первый раз вижу так подобного формата ролики. И это так круто выглядит. У меня аж отрыжка подходить начала. Я тоже хочу такую штуку. Да я все хочу, все, что здесь.
это что такое? Это у нее брызгалка из этой была? Я и это хочу. А я что такое? Бля, откуда у нее это все? Я не пойму. Кто это такая вообще? Какая-то инновационная технология у нее в хате. Так, ладно, понятно, это походу японцы. Ого, вот это пельмешек. Вот еще один мой бит, только в этот раз бас будет в тон. Слава Марлова оставил здесь комментарий. Очень прикольно. Тимати? Да. Ну, он такой талантливый. Вот я так... Для меня он реально талантливый. Я бы, конечно, с ним не стал бы ничего делать. Ну. Почему? Ну, в музыкальном стиле. Да. А в какой-то вот коллаборации там пончиков там... Ну... Бля, я не видел еще этот выпуск. Надо посмотреть. Я не знаю, что там. Так, короче. Тимати, короче, у него своя карьера. Но то, что он серфер, это мало. Это мало. А первый вопрос был такой. Есть вообще видосы, где он нормальный, адекватный, ну, трезвый, вообще не всаженный, не всратый ничем. Рэпер. Конечно, Пожалуйста, дай выдохнуть, брат, я тебя прошу. Я хочу быть как Тимати. Тимати? Да. Слушайте, надо срочно посмотреть это шоу. Я правильно понимаю, не силен в классике. Это сам автор Людовико Эйнауди играет вот эту композицию вот прямо сейчас на видосе, да? Или это не... Подождите. Слава, здорово, подождите. А он же... Ой, ну прошу прощения, он живой, да? Да? Мне кажется, это дорогое удовольствие, нет? Ну, типа так прийти послушать живую, нет? Я просто, знаете, настолько погряз во всей этой попсе, в хип-хоп-индустрии, во всем вот все, что сейчас движется молодежи, что я совсем забыл о том, что подобного рода классическая музыка, она и по сей день создается, по сей день ей вдохновляется. Но вот в моем поле зрения она как таковая, как будто бы осталась где-то там, в прошлом. И тогда как будто бы ее вот только писали, понимаете? То есть у меня вот так вот, такой вот кругозор сейчас. Надо исправлять. Привет, ну что с тобой был снова я, Тим Мацони. Не забывай про лайкусики. Пока.